Уважаемые друзья, обучение имеет смысл и хорошо закрепляется пройденное, когда делаешь, как говорится, возвращение к теме, к материалу. Так вот, весной 2020 года мы здесь с вами подошли к какому-то непонятному метлообразному образованию. Это был орех по второму году. Здесь мы делали формировку. Кое-что мы удалили. Вот видите, вот эти вот побеги мы все удалили. Это прошлогодние побеги. Мы удалили все эти побеги, поставили их в лунку. Эти побеги, которые были оставлены здесь для утолщения штамма, видите, срезы уже закрываются. Они были срезаны в гудрон дипин, вот, пожалуйста. Вот видите, эти срезы уже закрываются, колесуются, они закрываются. Просматривается штамп. Мы говорили о том, что оставляем скелетные ветви, вот, пожалуйста, скелетные ветви на запад, скелетные ветви на юго-восток. Скелетная ветвь, которая идет на северо-восток. Значит, остальные побеги были прищиплены. Вот видите, они были прищиплены. Значит, остановлены в росте. Вот он, пожалуйста, он прищиплен. И таким образом мы сейчас имеем сформированное дерево, нормальное, в котором есть хороший лидер. Мы в дальнейшем весной будем с ним работать. Сейчас к дереву прикасаться с секатором категорически нельзя. Мы говорили, что орех обрезается в активную фазу. Конец марта, апрель, начало мая месяца. Значит, таким образом мы имеем сформировавшееся дерево. Тогда оно было слабеньким, хиленьким. Сейчас у него какой мощный штамп. И есть уже ярко выраженные, нормальные скелетные ветви. И центральный лидер. Вот здесь мы тоже, видите, прищепили в свое время этот побег для того, чтобы он не конкурировал с лидером. Этот прищепили. Вот. Прищепили здесь. Для того, чтобы дать возможность развиваться лидеру. Если бы не прищепили, он раз был прищеплен, видите, он раз был прищеплен, потом еще раз. И таким образом он немножко слабее, чем лидер. А уже как мы будем работать с этим деревом в будущем году, мы вам покажем. Мы пройдем к следующему дереву. Я хочу, чтобы у вас было понимание вот этой системы. Видите, все, что мы имели здесь прищепленное, мы убрали на второй год. И рана уже затягивается, кольцо уже замыкается. И вот мы имеем прекрасное дерево. Да, уже, пожалуйста, на нем и плоды. Вот плоды. Вот плод. Вот плод. И еще там один плод опал, вот он. Пожалуйста, такие плоды. Это на второй год. Дерево дает пробу. Вот имеем одну скелетную ветвь, имеем вторую скелетную ветвь, имеем вот эта третья скелетная ветвь. И имеем прекрасно развившийся центральный проводник. Как мы будем формировать? Все эти побеги были прищеплены. Видите? Они были все прищеплены. Потому они затормозились и потому мы имеем такое хорошее развитие дерева и не имеем здесь метлы. Вот здесь, сейчас вы видите, побег был прищиплен здесь, вот он, здесь был прищиплен. Отбил вторичный рост, но он не развивался сильно и он уже никакой конкуренции не составил. Такая же картина здесь. Я дал задание оператору, он поднимет материалы весенние съемки, значит, и вы посмотрите, как
из Золушки, из урода, получается хорошее стройное дерево. А вот эти вот легенды, что обрезка на кольцо, она вредит. Вот видите, здесь была срезана ветвь на кольцо. Вот она. И уже, по сути дела, рана затягивается. Правильный срез. Уже на будущий год этой раны не будет. Уже будет просто закрытое кольцо. Пожалуйста, вместо того, чтобы забивать эфир звонками, сядьте и внимательно раз, два, три посмотрите формировку прошлого года. А потом посмотрите сегодняшний материал. Вы увидите те же самые деревья, кем они были, что мы с них сняли. Я специально сказал, чтобы эти ветви остались здесь в приствольном кругу. Вон, видите, там тоже. Это под каждым деревом. Мы. Я тогда говорил, друг, коллега Краснощек, не надо все удалять до последней почки. Надо все прищипывать. А потом на второй год убирать. И получается, вот видите, какой узластый, масластый штамп. Вот он. А рана уже закрывается, уже затягивается. А штамп такой, вот, пожалуйста, в конце второго года. Вы видели такие штампы? Где-нибудь? Если бы не было работы вот этих вот ветвей на лидера, он бы был бы гнилый, слабый. И мы потеряли, по сути дела, один год. Поэтому мы стараемся не просто рассказывать вам какие-то легенды, сказки. Если мы говорим, что у нас в коллекции 200 сортов, вот мы им показали, сортов 40 показали, другие показывать бесполезно, они уже плоды осыпались. На следующий год я буду снимать те сорта, которые в этом году не попали в объектив. Сформировку мы стараемся показать так, чтобы вам было ясно. Вот видите, эта ветвь, она стала скелетной. Вот скелетная ветвь. Вот скелетная ветвь. И вот скелетная ветвь. Вот эти две ветви, видите, я вам буду весной говорить. Эти две ветви, они, значит, пересекаются. Одну надо убрать. Мы, естественно, уберем эту ветвь, потому что здесь получается три ветви в одном узле. Это плохо. Две ветви еще терпимы. Останется эта ветвь, эта и та. И дерево, по сути дела, будет заложен первый ярус. Сейчас, после того, как мы опубликовали материалы по обрезке, многие продолжают задавать эти вопросы, чтобы я более подробно осветил эту тему. Ну вот я попытаюсь. Попытайтесь вникнуть, я буду в динамике объяснять, что я делал в прошлом году, в том числе на камеру, и показывал вам, и как это все отразилось на дереве. Это дерево было посажено осенью 2018 года. И 2019 год оно росло один год. Вот это второй год сейчас. Вторая вегетация. Мы оставляем длинный пенек. Об этом мы говорили многократно. Почему длинный пенек? Одни говорят, что надо резать его на кольцо сразу. А другие говорят, что от этого будет дупло. Я делаю, как делаю уже, скажем, не менее 30 лет. Я оставляю пенек для того, чтобы он предохранял верхнюю почку. Видите, я пенек оставил. Вот он пенек. Он был смазан, все как положено. А этот побег совершенно не пострадал и развился. Что я делаю сейчас? Я удаляю этот пенек. Удаляю его на кольцо. Дальше. Вот это ветки, видите, они все были прищиплены. Видите, ветка была прищиплена, это было прищиплено, это было прищиплено, это прищиплено. Вот, пожалуйста, эта ветка была прищиплена. Они потом еще повторно прищипались. И в результате эти ветви, которые мы прищепили, они тормозили в развитии, а лидер рванул на 2 метра с лишним. Вот цель нашей прищипок. Что такое прищипки? Зачем прищипки? Вот для чего прищипки. Это первое. Второе. Я хотел бы сейчас отправить видеопривет, ну, моему коллегу, коллеге, которого я, в принципе, уважаю, хороший проектант, Краснощек. Есть такой достаточно опытный, поживший проектант, который ведет сад у Колесника в селе Горькое Харьковской области.
Значит, у него единственное, с чем я не согласен, и, наверное, сейчас он уже понял свои проблемы. Он, когда формировал деревья, он за основу ставил, мы даже почки должны удалять до того, как они разовьются, для того, чтобы они не брали энергии. Они удаляли все почки, оставляли лидера. Лидер рос достаточно хорошо, но ствол был хлипкий. Вот посмотрите, я сейчас буду удалять все вот эти побеги, которые образовались. Образовалось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 побегов. Один побег мы оставили на продолжение, остальные все прищепили, дважды прищепили. За счет этого они остались на месте, а лидер рванул наверх. Так вот, сейчас я удаляю отработавший материал. Смотрите, как я ставлю секатор. Эту ветвь я режу вот так. Ставлю лезвие к дереву. Видите, вот я ставлю лезвие к дереву. Для того, чтобы не травмировать дерево. А теперь я переворачиваю секатор. И тоже лезвие к дереву режу эти ветви. Ну и тут у меня на подхвате тоже лезвие к дереву. Я мелочь обрезаю. Теперь я работаю с лидером. Страшно, да? Был такой красавец, такое дерево было, все при всем. Но мы готовим сад к механизированной уборке. Оно должно быть, штамп должен реально, ну, оптимально высоким. Где-то от 1,20 м, 1,50 м. Но не так, как у колесника. 3 метра, тонкий хвост, и уже ставят тычки трехметровые дубовые. А если тычку убрать, дерево падает. Это дерево не упадет. Я могу сейчас убрать все завязки. Попробовать это дерево повалить. Оно в каждом, где был побег, образовался узел. Это уже не какая-то рыхлая древесина. Она узластая, масластая. Дерево укрепилось. Теперь я выбираю, где я буду резать лидер. Не надо с восторгом смотреть, что он имеет 3 метра. Вот отсюда он тронулся в рост. И мы должны оставлять полметра, ну, может, 70 сантиметров. Вот красивая почка, которая нам понравилась, вот эта почка. Она идет в эту сторону. Вот видите, дерево ушло в эту сторону. Если я срежу на эту почку, оно уйдет еще дальше. А если я срежу на эту почку, оно вернется к оси. Вот я срезаю. И тоже с большим пеньком, видите, большой пенек. Теперь еще есть одна маленькая деталь. Пройди сюда поближе. Но это уже высший пилотаж. Вот здесь почка, и под ней резервная почка. Если эту почку оставлю, я ее срезаю. Если эту почку оставлю, будет побег, который имеет очень острый угол. И еще один нюанс. Если из такой почки выходит побег, здесь на границе основа штамба и ветви есть перетяжка. Когда я оставляю вот такую почку, здесь нет перетяжки. Но это морфология. Я эти почки убираю. Если вы ничего, что-то не поняли, пройди на эту сторону. Вот видите? Остается вот эта почка. Вот так. И здесь с этим деревом мы работу закончили. Через день-два пройдут люди с гудрон-дипин и делают здесь маску. Ран. Это обязательно. Обратите еще раз внимание. Мы за счет вот этих вот 11 побегов мы образовали такой, значит, узластый, масластый, мощный штамп, который будет это дерево держать. Пожалуйста, оно как пружина, его не повалишь. На этот год, вот смотрите, что будет в этом году. В этом году пойдут масса побегов. И здесь будет отбивать, и здесь, и здесь. Я уже имею возможность закладывать первый ярус. Я подберу побеги, которые идут, ну, два побега, три, а может быть, четыре сразу. Они не будут находиться рядом, они будут в этой зоне, от 1,20 м до 1,50 м. Возможно, будет три побега, которые будут ориентированы на 120 градусов между ними, три побега, или 90, значит, прямые углы здесь будут. Но я не буду оставлять подряд четыре побега. Если я оставлю этот я пропущу. Оставлю этот пропущу. Оставлю вот этот. Для того, чтобы не было скелетных ветвей рядом. Это очень важно. И дальше. Все эти побеги, которые находятся здесь, ниже зоны кронирования, я их не буду удалять. Коллега Краснощек, их надо будет прищепить. И они будут работать, батрачить на это дерево, а потом мы их уберем, как убрали все эти.
И мы эту часть тоже укрепим. А здесь вообще будет могучая основа. Вот в чем смысл обрезки. Здоровья вам, счастья, мудрости, терпения и мира. И мира. Мира всем. Всем моим партнерам. И в Армении, и в Карабахе, и в Азербайджане, и в Узбекистане, и в Киргизии, в Казахстане, в Украине, в России, в Белоруссии. По сути дела, я сохранил связи или воссоздал связи со всеми нашими странами СНГ. И не только. Поэтому я желаю вам добра. Если чем-то смогу помочь, я к вашим услугам. С уважением, Киктенко. Быть добром.